Ну да, сам вытаскивай, что я тебя за тебя вытаскиваю? У них разные степени жесткости. 52/7/8/8/2. Вот это подарок на 16 лет. Там что, валентинка, что ли? Поздравьте нашего гостя. За костюм бегемота. Это очень полезный подарок. А еще на пуговичку? Ребят, вот пишите в комментариях, кто из вас любит пуговички. Это же просто ужас. Его объемные формы. Где? То есть ты хочешь сказать, что это... Знаете ли вы песню про бедную овечку Лада Дэнс? Почему такие жирные это прям? Как мне стоит похудеть или поправиться? Ой, это муляк, что ли? Где конфеты? Ну, ты не знал, мы с кисой похожи. Не идет? У нас сегодня запоздалый день рождения. Девчонки у нас сегодня пришли шариками. Мы сегодня, наверное, едим торт, много колы, которая запрещена в России, и празднуем день рождения одного именинника и меня тоже. Мы вместе в одном, в один день почти родились. Мы его ждем. Может, это он стучит? Не постучал. Сорян. Маленький подарочек вот такой лучшему тренеру. С днем рождения, да? И поздравишься? Она не хочет поздравить сенсея. Девчули, ну-ка давайте в один голос на меня, да? 3-4, нет, 3-4. Вообще клево получилось. Просто козыл, наверное. Не готовились. С первого раза. Давай, давай еще раз. Давай еще раз. Девчонки, в один миг. Вторая попытка мимо. Есть такая же. 3-4. Что, у них что, срок годности, что ли, не могут понять, и что? Да, срок годности ограничен, получается. У нас есть еще такая штука такая. О, держи. А это тебе. На, держи. Это тебе, да. В другую сторону, не пусть. В другую. Да, такая. Вообще без звука, да? Давай вместе. 3-4. Что это клёво? 4. С ума сойти можно! Это день рождения или атомная атака, да? Константин, я тебе хочу сделать маленький подарок. Держи, это тебе. Здесь твое будущее творчество. Очень интересная штука, даже у меня такой нет. Я думаю, что ты будешь развиваться, и твои рисунки станут более живые и объемные. С днем рождения! Поставили лайк, ребята, за день рождения, ну и будущие победы, почему бы нет, правда? Открывай подарок, а мы будем ржать все вместе. А наши подарки надо тоже сюда подарок, да? Давай. Сейчас, подожди, там что-то есть. Там что-то есть. Чего? Что, чего? Закатай? Да. Мы тебе закатаем. На 2. Итак, у нас... Девочки принесли подарки. Шоколадки. Так, ну что, давайте. Давайте кто-нибудь. Ой, а сначала я. Да, спасибо. Найди кого-нибудь. Иди сюда. Давай, Димашки. Подарок номер один. Один, кстати, спасибо. Так, ну что, давай теперь Костя у нас смотрит подарок. Смотри подарок. Можно вытаскивать? Конечно, вытаскивать можно. Вспоминаем Шрека. Я вижу. Это прикинь, тема какая. Ты мне кто вытащил? Что ты? Это вообще вещь. Смотри. Фактис. Да. Это теперь тирин. Это ластик. Да, прикинь, очень крутой.
тебя есть такой? У меня теперь есть. Смотри, купай. Теперь есть. Это. А ты знаешь, что такое вообще? В смысле? Ты блядь. А знаешь, что это такое? Аня, помнишь, подойди сюда. Карандасы. Да, это, короче, у них разная степень жесткости. От жесткого до мягкого. Ты можешь разные это тени. Это классные карандасы. Ты снимай не только карандасы. Это простые карандасы. В общем, фигурки. Ой, честно, нас не снимает. Это простые карандасы. Это не простые карандаши. Это карандаши со сразу степенью жесткости. От BH до H7, H8, 8.2. B1, B2, B4. Ты можешь пользоваться как хочешь. Или в любое место. Этих, ну, используют. Вот. Как тебе? А давай твой самый главный подарок посмотрим. Самый главный. Самый главный радужный пой. Ну на, сам вытаскивай. Чего я тебя за тебя вытаскиваю? Видишь, он мной не вытаскивается. Он не вытаскивается мной. А Делини, ты нормально кадр держишь? Ну там что-то приклеил, если ничего страшного. Давай, вытаскивай. Вот это подарок на 16 лет. Раскраска с карандашами. Вы что-то там решаете сами. А? Как тебе подарок? Скажи офигенский. Вот. Так, ну что, теперь переходим к подарку девчонок. Давай. И мой. И твой у меня уже, все, твой. Ну-ка, давай, что там? Ну-ка, давай, давай. Все, как ты просил. Охрененно. Слушай, это прям собрат. Так, одевай ушки. Одевай ушки. Одеваем ушки, снимай реакцию девчонок. Девчонки там угорают. Слушай, ну-ка. А прямо это... мне одеть. Это круто. А вы там мне одеть. Тебе одеть? Да. Не знаю. Это кайф. А теперь самое главное, самый прям бомбовый космический подарок. Я тоже не знаю, что там. Вот, что там? А давайте вставки. Там что-то еще, кстати. А давайте вставки. Охренеть. Клево, да? А, ребята, кто там пишет? Ник, перестань бегать у камеры. Кто там пишет комментарии, поздравьте нашего Костю с днём рождения, пожелайте ему что-нибудь доброго, теплого и всего остального. Так, ну что, давай. А, ух ты, Дракоша, давай покажем публике Дракошу. Дракоша. А они похожи, скажи. Они похожи. Так. Что там надо дать? Кровость. Кровость. Я надеюсь, тебе понравится. Вот это? Я уверена, что тебе понравится. Там что, валентинка, что ли? Нет. Зубы из такой расческу вытаскивают. Ну-ка. Ты иди хоть раз. Вот, сами. Дай покажу зрителям нашего YouTube-канала. Ребята, смотрите, короче, это, в общем, всякие хреновины такие прикольные. Ну, типа манго. Но остановимся мы вот на этом. Короче, кто захочет более подробно узнать, что там Косте надарили, прямо фоткой, мы это скинем в Telegram. Пишите в комментариях, он сам начнет сегодня фоткать, это тут 25 штук. Будет 25 фото, кому интересно. Это очень, это, как сказал Винни-Пух, это очень полезный подарок. Да, это очень ценный полезный подарок. Все, молодец. Давай дальше. С ним. Ох, Эделина, у тебя прям камера в руках. Это... Давайте похлопаем за костюм бегемота. А, это не бегемот. Так, Константин, ты должен, просто обязан его надеть. Да, прямо сейчас. Аделинчик, змей паузу. Кость, одевай прямо тут, ты что, прямо в середине площадки? Конечно. Давай на та кимоно прям хренач, конечно. Ты что, ты же каратист. Тебе же все море по колено. Кимоно по колено. А, кимоно по колено и костюм по колено. Все по колено. Давай в центр, в центр. Вот, с шариками. И мы одеваем с шариками. Слушай, ну это прям офигенно. Что хочешь, мазать?
Ну, это, Маш, подожди, это же его подарок. Он должен прям... А, еще на пуговичках? Вы придумали на пуговичках? Братух, прям вообще обалденно. Пуговичка. Ты знаешь, для мужчины пуговичка — это ад. Ну вот теперь знаешь. Привет, напишите в комментариях, кто из вас любит пуговички. Это же просто ужас. Пуговички. Ты любишь? Вот ты любишь пуговички? Любишь пуговички? Да. Вот, я умею тебя постигать. Пуговички. Класс. Блин, не лезешь? Распаковка. У нас сегодня костюм единорога. Розовенький, как вы любите. Слушай, ну это прям вау. Особенно мне нравятся его объемные формы. Это нормально уже, да? И в дополнение давай им альбом. Дайте альбом какой-то. Клево, да? Константин, скажи, ты рад? Да. Давайте похлопаем за день рождения. Вот так у нас прикольно, когда проходят праздники в клубе «Когда Свобода». Единорог, давай сделай эту вертушку. Да. Попробуй. Ну-ка, давай что-нибудь сделай. Ну, ушир. Сумеешь? Давай, попробуй. Где? Слушай, ну это на лошадь похоже, да. Это похоже на лошадь. Давай, погнал сейчас, давай. Идем еще. Давай, погнал. Давай еще разок. Давай, вбивай. Вбиваешь, пошел. Девчонки такие. Давай. 3-4, смотри. Еще подаст. Это уже мне. Это уже. Денис, давай, держи. Погнали, разбирай. То есть ты хочешь сказать, что это. Да? Типа сенсей? Да! Давай. Тут даже что-то мягкое есть. Распаковка. Ух ты, Ник. Никусь, подожди секунду. Вот это котик. Это прям... Офигеть. Мы с ним по форме, да? Давай, Никусь, давай. Удивление, да? Похлопаем. Вау, класс. Это мы сегодня в подушку подпрем. Ах ты, бедная Олечка, что же бьется так сердечко? Ты знаешь эту песню? Никто не знает эту песню. Хотя напишите песню. Знаете ли вы песню про бедную Олечку Лада Дэнс? Вообще, кто это? Вот этот класс. Нормально. Окей. Серьезно? Я люблю помнишь. Так, ну что, вкусняшки мы сегодня побахнем все вместе. Спасибо. Это что? Да иди ты нахуй. Тоже мне? Серьезно? Это тоже мне? Вообще. У меня что, обновление по игрушкам, да? Ох ты. А чего у меня дарите жирных?
Почему такие жирные, например? Не, они клевые, конечно. Это сладкого мне, это что, чтобы я вес набирал? Слушай, как два арбуза прям. Тут даже еще что-то есть. Слушай, такое количество сюрпризов, это прям... Вот. Опять сладкое. Ребят, напишите в комментариях, мне стоит похудеть или поправиться. Блин, вот это класс, мой любимый. Сразу рубим бурусы. Ой, понятно. О, что это? Что? Это муляж, что ли? А где конфеты-то? Сейчас, подожди. А, это вы мне специально подсунули так. Давай, слушай, мне нравится. Потом можно взять, съесть их все. Я тебе не дам. Вот и иди. Не дам я помню. А что? Что? Вкусненько. Вкусненько. О, еще конфетки. Сразу на братуха подарок сделал. И еще конфетки. Тут тоже конфетки. Блин, ну не хрен. Вот. Кисуленька. Мы с кисой похожи, наверное. Пишите в комментариях, мы похожи с кисой. Если я сделаю так. Почти похожи, да? Да, класс. А что это? Офигеть! В принципе... Две масочки. И что, как? Не идет? Никто тебя не поддержит, уже пятый раз хлопаешь. Никто не поддержит. Это не за то, что ты танцевать не захотела в день рождения. Блин, да ладно, еще и мой любимый чай. Ну, он, конечно, не любимый, но я скажу, что был любимый. Вау, а это что такое? Это... Слушай, по-моему, бумажное, это не съедобно. А если вот маленькие конфетки... Подожди, может... Не, бумажные, реально. Реально бумажные. Может, чай тоже там настриганы из бумаги. Так. Мангальный фрукт называется. Ну, смотри, мангальный фрукт. А, наглый. Ну, почти то же самое. Итак, Мишуля, спасибо. Всем спасибо. Братух, спасибо тебе, давай. Пусть возьми как бы. Спасибо. День рождения. Это музыку кто наложил? Скорее всего, музыка уже играет. Ну что, вот это у нас прям подарочная часть. Настоящий день рождения. Давайте похлопаем все вместе. Распаковка. Сегодня мы открываем лучший подарок тренеру. Прикольная тема. Давайте посмотрим, что внутри. И это, слушай, вообще, смотри. Смотри, вау. Вот это обалдеть. Вообще класс. Сразу видно, что сделано прямо индивидуально по заказу. Давайте попробуем двух мальчик-девочек. Нет. Давайте попробуем вот эту вот маленькую. Вот эту маленькую. Тут даже... Дорогой любимый тренер, вам гармонии большой, самой судьбой. Ничего страшного. Рвем она красивую, так рвем, да? А что они все бегают там на заднем плане? Что, делайте какие-то упражнения, что ли? Чего все, бегаете? А я думал, здесь тоже будет написано лучшему тренеру. Ну что, пробуем. Прикольно, да? Дай-дай. Ай-яй. Вот смотри, что делать. Она прям видит. Не вкусненько. Так же нельзя. Ну ладно.
Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, ставим лайки, пишем комментарии, кидаем донатики, чтобы увидеть новые прикольные видосы. Всем пока-пока.